Прочувствовать особую атмосферу библиотеки можно, если ходить туда долго и часто, утверждает Татьяна Шуваева. Она давно в библиотеке как своя, ведь уже 40 лет является ее главным читателем. Работники библиотеки утверждают, на ее полках 50 тысяч книг, и больше половины ею уже прочитаны. Вот вы спросили, много ли я тут прочитала. Вот мне иногда смотрю на людей и завидую им, что у них еще все впереди, а я уже это читала, и это читала. Старший техник-метеоролог Татьяна Шуваева следит за погодой 24 часа в сутки. А в свободное время заходит в библиотеку не только за книжкой, но и поучаствовать во всех викторинах и мастер-классах. Сегодняшняя библиотека, вот для меня это как клуб общения. Тут приходят люди, с ними можно вот с читателями поговорить, какую-то книжку обсудить, там, посоветовать что-то. В библиотеке проводятся занятия и для юных читателей, на которых герои книг оживают, а далекие события становятся близкими и понятными. Здесь много интересных книг. Можно читать приключения, энциклопедии. Книги для меня – это большой мир сказочных существ, приключений, каких-то неожиданных поворотов. Мне нравится, что тут хорошие книги, умные, и они мне помогают в знаниях. На ежегодном фестивале чтения будут награждены самые активные читатели библиотеки. «Библионочь» пройдет с 24 на 25 апреля и станет центральным событием года литературы.